Привет-привет всем! С вами Лилия Донскова. Сегодня мы делаем первый заказ по 10-му каталогу. Хочу похвалиться, что выписываем, показать, на что обратила я внимание. А в среду уже получим заказ и будем снимать полный видеообзор. Итак, первое, что я беру сразу с первой страницы, это антибактериальное средство «Чайное дерево» в количестве 5 штук. Это очень ценный продукт и по очень хорошей цене. Запасайтесь. А очищающие салфетки для лица, обожаю их просто, потому что они лучшие из всех салфеток, которые я когда-либо пробовала. И они стоят этих денег и даже дороже. Беру одну пачечку. Я обычно их с собой беру в дорогу, потому что пачка пухленькая такая. И просто так носить ее в сумочке не очень удобно. Туалетная вода. Естественно, я беру себе новинку Friends World for Her для себя, для любимой за 479 рублей. Буду участвовать в акции с путевкой. Хочу выиграть. Далее, мыло авокадо. Новинка, беру попробовать. 3 штуки масла авокадо для волос и тела. Там всего 100 миллилитров, поэтому, думаю, не стоит мелочиться. Беру сразу 3. Попробую, если понравится, беру еще. Так, мицеллярная водичка, это для себя. Смотрю, у меня дочка прям ей так активно пользуется, ей нравится. Ну, думаю, окей, пусть будет. Так, набор спонжей. Цена потом поменяется. Это предварительная цена. Вообще не по халяве в этом каталоге. Надо брать. Румяна розовые. Долго думала, какие взять, розовые или коралловые. В результате взяла розовые и коралловые. Так, далее. 3 пробничка новинки. Парфюмер туалетной воды, который будет on the edge. On the edge. Прикольное название. Попробуем. 3 штучки мини-мауса с клубничным ароматом, бальзамчик для губ себе дочке и в подарок племяшке. Так, отбеливающая зубная паста 95 рублей, 2 штуки. Берем. Слушайте, а может мне мини-маусов взять еще на подарок кому-нибудь? Возьму. А мыло возьму поменьше тогда. Вот так вот сделаю. Раз. Так, далее. А мыло. Я беру очень много мыла. В этом каталоге просто шикарные скидки на мыло. Я решила набрать, потому что много их заказывают. И подарок классный. Беру 2 мыла французский Прованс. 3 мыла озера Новой Зеландии. Гель для душа солнечные Мальдивы. 5 мыл солнечные Мальдивы, потому что он так вкусно пахнет. 4 гель-кондиционера. Сама пользуюсь, дочка пользуется. Положу в заначку по 119 рублей. Это чудо-средство, которое реально очень круто восстанавливает реснички. Далее, сухой шампунь для жирных волос для дочки. Очищающий гель для рук нежность. Супер гель. Такой классный аромат. Пусть лежит всегда в сумочке. Так, помада «Ванильное небо». 199 рублей всего. Тушь для бровей. Это тоже для себя. Очень много отзывов на нее. Классных, просто шикарных. Далее, румяна коралловые. И отказ от журнала. И отказ от пакета. Продолжаем. Что же у нас дальше? Идет обработка заказа. Переходим в детали заказа. Я уже добавляла, сейчас проверю. Да, уже добавила себе с 50% скидкой. Если вы участник премьер-клуба, все время, вот смотрите, здесь эксклюзивная скидка 50%. Выбирайте любой продукт. Будет скидка на него 50%. Очень удобно, выгодно. Вот здесь вот спецпредложение каталога. Тоже посмотрите, может быть, вам что-то нужно. Я посмотрела, у меня вроде бы все есть и всего навалом. Поэтому брать ничего не стала отсюда. Хотя вот здесь вот крутое предложение на мыло с розой и сандалом. Ну, как бы мыло набрали много. Очень крупный кусок. Я брала такие несколько раз. Очень крупный формат. Не очень удобно для нашей маленькой мыльнички. Поэтому я предпочитаю все-таки брать такие маленькие. Вот здесь мне... А, я отсюда взяла парфюмерный крем для тела. My Naked Truth. У меня его все время заказывает одна клиентка. И мне самой этот аромат очень нравится. Надеюсь, он тут уже отобразился. Сейчас проверю. Да, да, вот он есть. То есть смотрите, проверяем цены. Это детали заказа, цены уже здесь все пересчитанные правильные. Сразу видите, спонжи для макияжа остались всего 103 рубля, уже приятная цена. Так, все посчитано, все проверяем, чтобы все устраивало. Проверяем, проверяем. Так. Ну, вот у нас пока отсутствует часть набора, это молочник-сахарница, но зато есть набор чайных блюд. Чайной пары с блюдцем. 2 наборчика. Я оба забираю. Чайника пока нет, но он зарезервирован. Так, лака нет. Ну, ничего страшного. Так. На всякий случай надо добавить еще один продукт. Сейчас я добавлю. Я участвовала в акции.
в лучших традициях. У меня там накопились баллы. Я хочу забрать супницу. Не помню, я ее указывала или нет, но в этом каталоге нужно обязательно забрать супницу. И еще нужно забрать косметичку. Вот что самое главное. Так, временно нет наличия. А косметички код мы ищем с вами. Так, сейчас я это в корзину добавлю. Возвращаемся в личный кабинет. И проматываем чуть-чуть вниз, вниз, вниз. У нас вот здесь вот акция была. Так, здесь ее нет. Смотрим новости. Так, тут я, наверное, буду долго искать. А, вот. Акция активности всегда с собой. Так, открываем. Условия читаем здесь. И отсюда же берем код при заказе. Косметичка. Вот она, 299,60. Добавляем ее в быстрый заказ. Одна штука в корзину. Из корзины мы быстренько делаем переход, опять детали заказа. Все проверяем. Мой заказ должен быть ровно на 150 баллов. Так, супница зарезервирована. Отлично. А, так мне и нужно супницу как раз. Так, проверяем все-все-все. О, стало 153 балла. Значит, можно заказ немножечко уменьшить. Потому что я буду делать еще один заказ на Мишу. И туда я добавлю все остальное. Сейчас я мыло немножко урежу, а в другом заказе будет больше мыла. Так, мы сделаем раз, два, и отсюда одно. Вот и все. Видите, как просто делать заказ. Тут легкая система. Всего две кнопочки туда-сюда. Добавили, убрали. Быстро все пересчитывается. Смотрим, проверяем. Так, 150 баллов ровно. Так, здесь смотрим, чтобы добавилась косметичка. Вот, косметичка за 99 рублей. Запомните код 299,60. Вам будет уже проще. Все, теперь проматываем самый низ. Заказ меня полностью устраивает. Добавится еще куча каталогов. Так, и выбираем теперь способ доставки. Я убираю курьерскую доставку на дом, Саратов, на мой адрес. И получается, что заказ на 150 баллов к оплате всего 2803 рубля. Хотя заказ почти на 7000. Смотрите, 4141 рубль прошел с товарного поля. Очень приятно иметь такую вот скидку и платить меньше, чем можно было бы заплатить. Так, что-то у меня тут все зависло. Я нажимаю «Завершить оформление заказа». Ждем, когда заказ полностью обработается. Все, вышла накладная. Спасибо за ваш заказ. В среду ждем заказ вместе с курьерами. Курьеры нам привезут заказ на дом. Так что будет супер денечек. Ждем с нетерпением. И ждите видеообзоры нашей продукции. То, что мы будем получать. Потому что вживую всегда смотреть интереснее. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.